Итак, всем привет. Вы на Ромхаке, на Солянке. Сейчас будет стрим по Мегамену. Вторая часть. Это хак. Здесь изменено... Ну, такой, можно сказать, полноценный хак. Изменено здесь уровни, графика, геймплей. Играть будет Flippy Double, который в прошлый раз проходил хак Пони. Он фанат Мегамена. Надеюсь, у него все получится. Пожелаем ему удачи. Также с нами здесь находится еще и Рокет, который тоже будет комментировать, читать чат, как и я. Ну что, Flippy Double об этом роме можешь сказать? Могу сказать, что в нем добавлена музыка из Mega Man X. Отлично. Ну ты как вообще рассчитываешь пройти этот хак? Ну так-то попытаюсь рассчитывать. Сильно он сложный. Ну вот в двух режимах считаю одно и то же. Так что враги там много урона наносят. А иногда некоторые бронированные бывают. Так, ну ладно. Посмотрим, как у тебя получится, не получится. Желаем тебе удачи. Да, затащи эту игру. Да, затащи эту игру. Главное, чтобы мне не надрали задницу. Ну и можешь начинать уже. Поехали. Так, нормально стрим идет? В чате, да? Да, нормально вроде. Че, давайте как обычно выберем босса. Ну ты выбирай там, какого лучше. Себя. Ну ладно. Дай пишет читер. Спам привет, тут что-то там из куча. Музыка в мегаменском стиле. И какую-то рекламу они там увидели, непонятно. Да. И привет всем, заодно. Привет, крылатый кот, привет, Кнаклс, Ермак, Интервал, Алс, привет, Юзер, Тай. Интересно, Солянки кто-нибудь смотрит? Вообще там идет ли трансляция? Диман Маликов, привет. Да, вроде идет. Интервал, посмотри, если есть возможность. Просто мне неудобно проверять. Подлагивает? У всех подлагивает стрим. Вот это нечестное было препятствие. Это, по-моему, сам Ром подлагивает. Да вот я тоже вижу. Сам Ром. Все, да, что-то с Ромом не то. Тоже подлагивает. Да, что-то тут много всего. Да, вижу. Хороший хардкор напихали сюда. Играет Flippy Double. Может отойдет еще. Сама игра подлагивает. Ну а что Рокет может сказать свое оправдание об этой игре? Была у тебя в детстве? Ой, ну, к сожалению, у меня была в детстве только первая часть мегаменовских. Может быть, я не знаю.
Да, может быть и к счастью. Не знаю, вторая часть вот, и все остальные, они только вот на эмулятор мне попадались. Больше нигде. Вот такое у меня было детство. Да, может быть, просто эти части не дошли до нас. Кто их знает. Здесь на дыде какое бывал, тут сразу выкинет нафиг. А он что, сдувает что ли? Ну, да, да, ну. Тут же опять эти платформы передвигающиеся, как в прошлый раз было. Ну да, она как бы вон сзади у тебя. И все равно, да? И тут чекпоинт также. Хорошо сделали. Вон какой скоростной я же стал. Витальмен, да, бомба? Ускорили, что ли? Да вообще, он рвет просто. Ну, это ему не помогло. Интервал до сих пор после бинари не отошел. А я видел этот стрим. По-моему, вы прошли дальше всех. Я не видел, чтобы кто-либо дальше прошел. Аж до 30 уровня. Охренеть. Пойдем в гости к Водному. О-о-о, вот это идеально. Надо же. Музыка из... Так. Одной знакомой игры. Фига себе, улитка. А, значит, я это видел. Да-да-да, вот это в геймплейном видео видел. Вот эти вот. Именно этот уровень. Вот это поворот. Да-да-да. Да, крутой поворот. Зато такое ощущение, как будто в оригинальную игру играешь про Марио. Летающие гумбы за место этих робомышей. Наркоманы. Тайком кенгуру было раньше, вот этот черепаха это. Да там кролик наоборот прыгал. Он морковками-то кидался. Черепахи из СМБ-3, да? По-моему, да. Только они крупнее. Мутировали просто. Да они в оригинале такие же были. Да ну на. Ты там не помнишь переход мира-то? Где они большие, где маленькие. А, вообще-то да, там есть такой. Ломус, по-моему, показывал на стриме. Величные. Да, было дело. И вот тут типа флажок, но его нету. Прога, да, которая о стриме оповещает, она не сразу оповещает, а через некоторое время. Я об этом уже говорил, что нажал кнопочку и стрим пошел, и нет, она через некоторое время только оповещает. Но эта задержка, она не играет роли. О прогах на самом деле очень хорошие. Прикольно. О, гумба какой. Запускает всякую... Типа соски. А, это... Это то, чем стреляет Марио, вот такие штуки. Огоньки обычно. Огоньки, да. Хороший, кстати, поворот сделан, но... Вот эти вот пульки эти летают, откуда не пойми. Да, есть там в СМБ-3 уровень, где... увеличено там все. Пригодилось здесь даже это. Вот и Лудмен. Давай, тащи его. Тут он очень жесткий, я скажу. Да, ускоренный. Будь себе смайлик. А, сайтик сделать.
так не хили, но ускоренного действует. Да, блин, никто стал. Ну, сайтик тебе сам не оповестит о начале стрима. Вообще тут должен быть Боузер, по идее, а тут какой-то дровосек. Ты можешь гриб выбьешь еще там из вопросика. А, они фоновые все. А, они фоновые. Надо было добавить. Не добавили. А уже люди пишут, что полная жесть. Ага, вот вижу, наконец-то пишут в солянке, что полная жесть. Это хак Мегамена второго, который называется Ультра. Бабл Мэн. Что нас ждет на нем? Да. Стали выветь эти жабы. Да их жаба душит. За второе горло. Ну похоже вроде спуск. Тоже эти улитки нападают. Из-за фонтана явно не хватает битрейта. Ну, возможно, возможно, да. Джокер, привет. Кстати, витрейт у меня 1000 стоит. Ну, правильно, когда динамический объект начинает все это... мутить. Потом пересмотрю тогда. А чё ты эту ешку возьми? А её ведь никак не достанешь там. Как мега чувака. Это осьминог из Мегамен X1 музыка. Так, очевидно, еще и падать надо, да? Лаунч Октопус, если быть поточнее. Привет, Думдей. Да я. Очень рад, что ты тут. И пришел. Да, да-да-да. Хоть даже видно, куда падать, но все равно, да? Все равно надо успевать. Быстро. Прыгать. Да что ты? Ну да, что-то качество видео упало. Наверное, экономит. Ниса, привет. Вообще реакция должна такая быстрая быть. Джокер обращает внимание на другую анимацию выстрела Мегамена. Тоже заметили. Да. Да потому что в такой позе стреляет сам Мегамен X без суперметанта. А что тут? Да, да, между чатами могут... прикольно общаться. Реагировать. А, канал... канал занимает, называется Ромхак у нас. Да и... если есть... если ты ВКонтакте есть, то можешь туда зайти и все записи посмотреть. Наших стримов. Джокер пишет, раньше он показывал свою мегапушку, а тут он свободной рукой держит за ту, которая с мегапушкой. Да и
Слишком быстро они падают по сравнению с оригиналом. Да, еще сообразить надо, блин. Хак здесь в том, что здесь изменена музыка, уровни, графика. Ну и, соответственно, лабиринты. Да. А также добавили лагов. Ну, блин. А, сейчас будем долго тут падать. Ты смотри, только не упади совсем. Вроде стараюсь прыгнуть, но опять же падаю раньше времени. Да понятно, что когда графики много, то нагрузка растет. И мутно становится все. Так у меня, конечно, тут все мигает, спрайты все. Да что ты будешь делать? Я смотрю, не знаю, что тут делать лучше. Тяжеловато. Вроде на легком уровне сложности играю, а все равно сложность такая адовая. Интервал пишет, музыка еще ничего. Ну конечно, после этой музыки, которая на каком там, на 28 уровне была. Нормально. И на ресите. Есть. Блин. Отлично. Фух. Как запрыгнул. Я как-то заходил в группу РК Солянки. А так мы сейчас через скайп. Кстати, вот эта фиговина, она тоже как кенгуру стреляет. Которая сейчас прыгает? Да-да-да. Она же раньше просто взлетала. Ну не взлетала, а как автоматически целилась на тебя, да и все. Ну вроде прошел. Что там за босс интересный? Привет, Егупов. Оранжевый Баблмен. А. Блин, ну анимация здесь, конечно, квадратный метр. Просто... А, вроде... Это, да, вот и земло. Чем ты стреляешь? Свастикой, что ли? Ну, свастикой. Металлическое оружие такое. Такое огненное. Привет, Вар Доктор. Он же Люк Вейдер, скорее всего. Рады видеть. Ну, Доксер, это вроде, насколько мне известно, переводил этот... Тебе Шумахер, да? Да. Да. Это, скорее всего, его голос. Читер. Ну, это где-то, не знаю, четвертая часть, может быть, игры. Это какой босс, Флиппи? Здесь-то? Да, ну вот какой, какой уровень по счету? Это уже как третий уровень, вроде. Ага, то есть два уровня прошел, это третий. Если не путаю. Это флешмен вроде. Должен быть. А, Джокер пишет, что музыка снежного уровня из Мегамен X3. Интервал пишет, а вот эти листья, кажется, знакомы, где ты их видел в какой-то игре, где ты в космосе на корабле летаешь. Это, наверное, с того еще уровня. Вы обратите внимание на протомена призрачного. Угу. А чё с его? Ай, блин. С его лицом? У него лица нет, это просто тело. Да на нём лица нет. Низ обращает внимание, что здесь много голубого цвета. Рисовать забыли. Ну это походу переделан этот там робот, да, который защищался. Так, а Ешку. С Родрашем вчера не получилось, потому что мы с юзером не договорились, на каком эмуляторе, в каком составе играть. И вообще
нам нужно было разогнанный эмулятор использовать. Но он оказался косячным, и, в общем, надо утащить у Сигамана. Там какие-то полосы еще были видны, непонятные. В общем, нам не понравилось. Ну да. Эх. Интересный чекпоинт, я скажу. Да. Повод для изучения. Эксперт в этой области. Ну как бы это Сигаман предлагал на разогнанном сыграть. Ну вот мы потестили, и нас не удовлетворило. Дарк Доктор окончательно утвердился во мнении, что ему надо было брать другой ник, который сейчас он взял на Good Game. Ред Берт. Ай, сейчас умрешь. Дмитрий, ты пропустил, наверное, 3 уровня. Но стрим у нас 20 минут всего лишь идет. Да и блин. С переменным успехом. Их не стоит, да, вот прошел, вон наносит. И вот этот респаун врагов где-то мне знаком, по-моему, с ЧП. Тоже вот раз отошел и все. И они респаунятся. Эта штучка передвигающаяся напоминает мне из Мицумы Гатору. Что-то такое похожее. Похоже, кстати, да. Только у нее что-то... Ну, блоков не было вот этих. А, Докси пишет, почаще сохраняйся. Уж правда сохраняться периодически. Для профилактики. Сейвы на стриме читерства, а мы не играем в игры, мы играемся с ними. Да-да. Или они наоборот с нами. Да-да-да. И игры такие, что... Например, того же, ту же Binary City взять. Это надо быть очень закаленным духом и телом, чтобы играть. Вот-вот-вот. Привет, Кибермен. Посмотрел я твой стрим по обзорам хаков Соника. Особенно концовка запомнилась. Да, да. И нам с юзером тоже хорошо она запомнилась. Binary City хорошая игра, но она не для всех, далеко не для всех. Наверное, для одного только ее создателя. А последние уровни там, последний этап, или зона, как она там называется, это вообще она проходит только методом ТАСа. Так, босс, как он называется? Флэшман. Флэшман? Он какой шустрый стал. Да ладно. А он переводится вроде как медленный человек, да? Блин, у меня и танка нет. Эх. Что ж ты так не взял его?
Вонг оказался еще ничего. А вы его вдвоем прошли или один проходил двоих? Вспышка. Прибит такой. Типа безопасное место. Бильярд я люблю играть. Не, ну он тоже вот тут бьет силы, смотрю. Но все равно этому не помогает. Интервал думает, что без Стаса смогут пройти. Ну попробуйте, конечно. Но последние два уровня-то это, наверное, вряд ли вообще. А вот и Гринхост пришел. Гринхост, привет. Палочка-выручалочка. Флэш — это вспышка переводится. Сообщение. Нет, полного прохождения Binary City нет. Даш 3. Даже, по-моему, Тасса я не видел. Или посмотреть надо, вот не попадалось. Да, Тасс не полная на Ютубе, я пересмотрел. Это Денис записывал. И там не полная. Там как раз последняя зона, где Понг, вот это, по-моему, четвертая последняя. А так-то их шесть. Няшный босс был. Ну да. Так, Айрмен. Локация с третьего Мегамена идет. Киномани не полный, Fireplay. Да, вот вы с Вингетом дальше уж дошли. Вот я, по крайней мере, мне не попадалось видео, где даже вот этот вот уровень 30-й, такой тролльский уровень. Первый раз я его увидел, вот. Забавно. Да, игра сделает из вас любителя подпустить. А это откуда музыка? Это с Mega Man 4 вроде, замок доктора Казака. Мрачные такие подземелья для Айрмена сделаны. О, как все тут запущено. В общей сложности 76 зрителей. Так, конечно, завышено все. Да еще Battle Tots на кнопочном телефоне проходил. Какое достижение. Да лучше бы на стриме прошел. На эмуляторе кнопочного телефона. Батл тот. Посмотрим, какой тут мозг будет интересный. Да, что это такое? Ух ты, вентилятор мэн. Так его зовут? Ну он посерел, и он еще это самое. Пускает эти от топ-мэна оружие. Да, в общем, от топ-мэна справал плечо. Вообще быстро ты его делал. Да. Вообще вот листья — это самое грозное оружие против вентилятора. Пилой стреляет, да. Конусами какими-то. Юла Ветромен. Да-да-да. Андрей прав. Привет, Илюха.
Странный странник странным способом смотрит стрим странного хака. У вас тавтология. Так, что еще? Три уровня остались в этой части. Не тавтология, да? Угадайте локацию. Какого-то Мегамена, да, что спустят или что? Так, ну ты возьмешь, надеюсь, эту ешку-то? Если я нормально прыгну еще, чтобы на шипы не напороться. Странный странник просто упоролся. Да, это странно. Ай. Да, и... да, да, вот тут будет просто... тяжко запрыгнуть. Шипы здесь сделать еще и запрыгнуть. Это туда. Надо таким небольшим прыжком прыгать как-то, умудриться. Где-то надо четко рассчитывать прыжок. Да. Сейчас еще раз попробую. Так, ну это шахтеры, походу, бывшие. А, вообще они заменяют не эти. Тянет. Иди. Это у меня комп не тянет стрим, наверное. Так. О, эта штука вылазит. Джокер пишет, что знает эту адскую музыку. Она была в Ивана Безе Бочи. По-английски желает лучшего. Оригинально была в Mega Man X6. Ага, Джокер что, получается, прошел всех Mega Man'ов? Ну, крут. Я достал, блядь. Пошел нафиг. Осталось все хаки Mega Man'а пройти. Илюха спрашивает, почему Эдди враг? Просто вот так криво нарисовали его. Да тут не только он, еще и протомен был. Безглавый. Не безглавый, а призрачный протомен. Да. Призрачный. А, был турнир на ДФ. По Мегамену. Да, помнится. Но я не особо следил, конечно. Но что-то припоминаю. Почему Эдди враг? Потому что это хак. У нас стихоплетов тут развелось. Самое главное это Рокет и Ермак. На прошлом стриме отожгли. Бош это в... нули запарив считать, раз хуже Бинари Сити. Смотрите, как темно. И почему так? А, ну понятно почему. Ну свет надо экономить. Еще в пойми хрен куда прыгать. Привет, Фантом. Напомню, что мы сейчас стримим как Мегамена 2. А вот вы печати, кстати, был вот этот. И проходит Флиппи Дабл. Ну это мимо него ты проходишь, и он включается, да? Ну там просто мигает и все. Но... я говорю, подобная вещь была в ЧП, там тоже свет можно выключать было. Вот обязательно было тут длинные лестницы делать. Ага. Да вообще. Смысла вообще никакого нет. Джокер, а мы недавно стримили Хак Пони. Как раз какого пони это как какой части? По-моему, третий был, да? Флиппи Даб. Да. Третья часть. Да, оружие тут решает, походу. Ну вот мы его. По-моему, вот мы его как раз и стримили. Но
там спрайт не очень хорошо нарисован. Мне не понравился спрайт Мегамена, понял. Кстати, вот эти два уровня самые сложные и адовые. Какие? Ну, вот эти? Хэдмен и Квикмен? Да. Вот надеемся на твою... Блин, музыка прикольная. Я вот этот уровень попробовал проходить перед стримом. Как раз. Оказывается, он один из самых сложных. Хотя не факт, конечно. Но вот эти дырки... Изменили. Враги падают еще с неба откуда, непонятно. Ну тут что, здоровья дают много. Враги тут черные. Достань. Да. Тащи и фейли. Дуви и собирай. Привет, Алекс. 230 вольт. Алекс, мы не планировали вчера Дюну стримить. У нас часто бывают незапланированные стримы. То есть, как правило, первый стрим это по плану, а второй уже... уже не по плану идет, как дополнительный. Так-то мы хотели Road Rash 3 постримить, но у нас не получилось. И поэтому просто решили Дюну стримить. Как интересно. Почти хитрость. Вон, кстати, ваш призрак. Ага, вон он, призрак. Вот и Алексу тоже бросается в глаза, что при стрельбе держится за руку Мегамена. Призрак Протомена. С Будуна он, да, точно. Ну, видать, был похож, они решили заменить его. Не, я не знаком с Марс 2000. Это, наверное, Кнаклз знаком, скорее всего. Кстати, где он сам? Он пришел. Пришел. Привет. В чем проблема с RR3? Ну, мы на разогнанном эмуляторе хотели играть. И как-то он шел... Во-первых, там какая-то полоса была. Во-вторых, мне не понравилось... сам геймплей какой-то... непонятно какой. Так, ага, пошло опять. Извращение. Марс 2000 это старая добрая брутальная стратегия. О, вот что он делает. И упал. Реального времени в духе Дюн 2000. И КНК игр. Каких ЛГБТ веяний будет? Стрэнджер благодарит тебя, Флиппа Дабл, за то, что ты зафейлил. Ясно. Да что ты. Кому-то это нравится. А мне музыка нравится. Знать бы откуда она. Да, кто знает откуда музыка. Музыка секретного уровня Мегамен X3. Где можно сразиться с Вайлом, заклятым врагом Мегамена X. Ясно. Ясно то, что я не видел. Не играл в X, да, не видел. Поэтому мы верим на слово. Эти штуки, блин, летающие из ниоткуда тоже. Да целыми пачками нападают. Так ладно бы они из дыр вылетали, а тут вообще непонятно откуда. Дырки-то есть, только они замаскированы. А там тоже, что ли, интервал на Марсе Спайс обнаружили? Только красный Спайс. Да блин, тут невозможно через лестницу перепрыгнуть. О, да. Тут вообще так задумано, что сразу падаешь. Да, будет нелегко. Можно, да, другой попробовать.
Ну тут заметьте, откуда начинаю. Да, немножко лагает сама игра. Да, это самый с крыши, где он там. Ну, где он первый раз появляется. Ну, заставки. Нет, кстати, вот это интересное решение вот, придумать. Что-то наподобие заставки. Бардоктор про Пакмана пишет, что это хорошая игра, потому что там нет несбалансированности сторон и занудного менеджмента с возможностью банкротиться. Просто нечего добавить. Короче, Пакман идеальная игра. О, ну это нечестно, двое там. Джокер ненавидит Быстромена. Как из-за босса, так и из этапа. Музыка из третьего Мегамена играет. Ну Тайл, они тут хорошо подобрали. Круглиш практиш гуд. Very, very good. Pac-Man рулис. Да есть тормоза, уже говорили об этом. Ой, нагрузка большая здесь. Просто. Да и, блин, скользящие столбики. Они скользят еще? Да надо же. Хрена с чем, гуталином их смазывают или чем-то? Они вроде как не скользят, но просто... Солидолом, солидолом. Сам перестарался, пока бежал, упал сразу. Знаем вашего Пакмана несколько смертей. Но был пройден. Они же уже против. Это, против того, что ты урадовал фейлами. Уже сказано было, что уровень тяжелый. Как бы это уже заметно. Да тут не в торренте дело, нагрузка большая просто. Все-таки на 6 каналов вещаем как-никак. Вот я говорю, что они адовые все. Ладно, еще раз. Да ничего страшного. Представим, что это Binary City. Алекс пишет зачет играющему, что он за полчаса увалил 6 боссов. Да, мы вовремя стрим начали. Чтоб как нормально шел, нужно i7. Это что, сам хак, что ли, так такой тормознул, ты хочешь сказать? Ну, все может быть, кстати. Блин, забавно. Я даже выключил это стрим. Эмулятор. Я выключил звук стрима, но я все равно слышу, как там Мегамен стреляет. Без остановки, да? Да, да. Блин, такие бронированные все. Да и вообще они какие-то. Отнимают-то здоровье, как на сложности хак. А ты попробуй дождись, чтобы там вот этот большой свалился в яму. Да он даже и не свалится, он четко прыгает на местах. Хаков Соника тоже у нас было навалом, я даже не упомню, сколько их было. То есть он четко, да? О, и появился еще заново. Тут нет, тут... Тут просто чуть что тут тебя спинили, сразу же респаун идет. Интервал отмечает красивый фон. Видимо, Япония. А ты в Японии был? Знаешь, как там бэкграунд выглядит?
По-моему, мы сейчас прополняем Илюху. Да. Столько фейлов он в своей жизни не видел. Горы там есть. Точно, горы должны быть в городе. На то он и город с горами. А мы же в городе. Не, на самом деле они хорошо сделали, что добавили из заставки уровень. И сделали его как уровень. Это даже если сравнивать игру Rockman CX. Так вот не свались давай. Да, есть на русский переводы игр Никитсу. Ты на NES имеешь в виду? То вот футбол переводит как раз Gold 3 сейчас. Хотя уже есть перевод, но... Ай. Но тот перевод совсем никуда не годится. Так перевести имена футболистов, Вася, Петя там. Понятно, что... Угу. Ну вот Крылатый Кот сделал перевод. Не Крылатый Кот, а Экспонат. Недавно выложил, более качественный. Также Куньо переводил Олимпийские бега. Но он тоже не доперевел. Также еще я пытаюсь перевести Бигури Олимпиаду. Ты, значит, Слипидабл решил взять из меньших зол, да? Лучшее. Черные пружинки, блин, тоже почти невидимые. Ну, вот это жесть, конечно. Из ниоткуда появляются вот эти... Не похоже, что в горы в городе, там же холмы какие-то за городом. Ромбики. Значит, вентиляторы падают. Да еще и быстро падают, ускоренно. Да, здесь конты бесконечные. Да что? Нужна игра, да. Вот когда много врагов, не знаешь, куда деваться уже. Ну, надо как-то всех постараться убивать. У меня такая же петрушка случалась. На одного наткнешься. Другое оружие как-то пробовать. Ну, они что-то не знали, каких врагов запихнуть. Вот сейчас. Да. Отлично. Запихнули именно этих. Долго респаунищихся. Или быстро. Ну. Решение для усложнения вообще даже такового не стояло, оно само напросилось. И все-таки это свастика какая-то, похоже. Да, Рыбиск? Ну да, я и говорю свастика. Да что ты будешь? Чё это ты так сам решил провалиться? Да я вроде прыгнул, я только не ожидал, что туда упал. Вот ты жесть вообще. Да, потренировался, называется. А, такие хаки только ломаксу проходить. Гомен Зиги круглый пускает. Зиги и Заги. Жизнь, кстати. Еще не вон, видишь, резко, да, так бегут потом к тебе. Да кто вы, пачка, идут такие? Ну и в принципе и поварабов не сидят тут. Да, я и смотрю тут вообще. Этим делом проблем никаких. Ой, отлично, вот он убежал. Ужас. Да-да-да, вот здесь. Ай, не успел. Быстрее вниз. Ай, быстрее. Джокер решил побриться.
брить весь Джокер решил. О, правильно, надо было лучшее оружие выбрать и все. Главное, чтобы эффективное было. А то я люблю, что враги тут бронированные. Да, здесь шипы слабее стали в этой части. Первые они убивали. Они такими оставались, что вы там даешь? Ну блин! Вот вверх поднимаюсь, его прям колбасит наверху. А ты попробуй урон получить от врага и упасть на шипы потом. Мне бы еще и надо... потом резко зацепиться. Был бы неплохо, Джокер уже побритый. Ты, блин, как ты так? Сам укаешь. Осторожно. И борщишь так бежать, сразу у самого края будешь. А у него к концу стрима опять отрастет. Да тихо! Да, что ты? Ай, блин, не успел. Ну. Рокет, ты там с задержкой смотришь, да? Да, да, небольшая. Задержка. Да, я говорил, что эти два уровня адовые. Хрен придешь. Как вы относитесь к хакам по Super Mario World? Нормально. Всем интересно, что там Джокер брил в этот момент. Я нормально отнесусь. Может, все-таки сейвы задействовать вот перед вторым этим? А то так далеко не продвинемся. Как считаешь? Я привык без сейфа пугать. А? Ну, я привык без сейфа пугать. А, ну давай. Тогда старайся. Да вроде стараюсь. Но не ожидаю, как будет. Не, ну ты сейчас просто идеальное оружие взял для этого уровня. То есть фашизм решает. А чё ты вдруг интервал вспомнил про Predator 2? Да я не вспомнил, просто так где. Не, ну я на самом деле хочу его как-то пройти как-нибудь. Я вот Липецку предлагал как-то. Чего? Ну, Predator 2 пройти на NES. А мы не проходили? Нет еще. Ну тебе он не понравился, потому что она хардкорная. Ну я просто... Я буду там это самое. Короче, страдать я намерен в этой игре. Да смысл какой хардкор? Так, вспомнить хочу, как я в детстве это проходил. У меня же в детстве это была игра. Эх, опять упал. Да там просто я резко вверх нажал, и он сразу зацепился. Ты вот на том месте не торопись, подумай лучше. Так я и так думаю, просто забываю, что это просто. Не торопись. Так ты нормально идешь. Вторая часть Предатора, она не ужасная, но она просто непонятная. Там много чего непонятного, не схожести с фильмом, много. Да. То есть как вот объяснить? Почему Арнольд в розовом одет? Почему? Почему он борется с какими-то бомбами? Доксер советует сохраниться на лестнице. Я говорил, что не сохраняться. Потому что я тут не знаю, где еще устроено. Так я могу сохранить. Какая проблема какая? Я стою только тот. Нет, я смотрел обоих хищников. Но вторая часть, вот походу, сделана по первой. Сохранился.
по первой части. Или по второй, я уже не помню. Вот, там смотри. Помню. Понятно, опять упал. Вовремя сохранил. Я и говорю, я тут сохраняю. Да, но только перед врагом сохранился. А, да это? Да что ты... Один хрен ты сливаешь. Тяжелое вообще место. Да и не надо таких тяжелых мест делать вообще. Так. Вот, вот здесь, вот. Как он может делать. Да и блин, опять слишком быстро. А, ну почти, блин. Ура, ура! Ура, товарищи! Ура! А чё ты зауракался? А, ну, там реально, я не знаю, как там проходить. Да вообще, чё ты? Там не пройдёшь. Слишком сложно. Всё, Стрэнджера заклинило. Да, у него там заел пластинка. Да, блин, чё ты вперёд пошёл? Че не вовремя прыгаю. Прыгаю. Давай. О. Нет. Сохрани его. Давай, сохрани его. Не сохранил вот этого места. Ну вот. Чё ты? Нормально. Пускай урон получает и этим выживает. А как еще? Ааа, ты вон что делаешь, и чтобы там пройти это. Да. Богоюзерство он занимается. Ой. Урон получает, чтобы на шипах не умереть. Блин, ну и здесь еще вообще напихали всякой шмеги. Так, не надо пополнялку, быстро. А, ты сейчас выбивать будешь, как это называется? Фармить? Вот тут лучше перелететь, чем ползать по лестнице. Блин, дайте хоть что-нибудь. Ага, хрен они. Непонятно. О. Нормально, набрал уже. Не, вот тут... С лестницы вот я тоже ненавижу эти прыжки с этих лестниц. Сейчас будем гадать, какое оружие против него. А ты не знаешь? Может кто-нибудь в чате знает, какое оружие против него? Кто там? Крикмен? Флэшмен? Тоже еще-то. А, это Увольмен. Как он обзывает? Пузырь говорят, давай пузырь. Ледяной пузырь. У тебя есть пузырь-то? Да ёпта, ускорился так резко. Всё, о, отлично. Не застрял, а? Ну вот, горем пополам затащили. Всё, отлично. Ну теперь прыгнем, опять будем бегать. Хитбастер. Спасибо за подсказку Димона и Андрея. Все там какой-то сакральный смысл еще непонятно. Да. Не смысл ищите, а это самое. Будьте проще.
Смотрите, ром-хак. Так, Питману надо пройти все равно. Да, по-любому. Ну как же. Эти бронированные роботы достают уже. Город, не город, сейчас мы посмотрим. Город. Действие происходит в Японии. Мы уже поняли. Точнее, мы уже договорились так. Быстромен, слаб к заморозке времени, короче, флешмен. Ну, я уже говорил про это. Только... По-моему, меньше наносит. Надо посмотреть. На Тайване! Тайвань. Почему именно на Тайване? Чуть-чуть как на Тайване, а? Тайвань — это же Китай. Как бы Китай. Хватит уже про этот хищник, и чего я не знаю. Хорошо, в Корее. В какой Корее? Южной или северной? Тем более, я его не скоро буду проходить. Вот и Тай спрашивает. Чего? Про какой Тайвань речь? А, да нет, не про твою Тайвань. А, в северной все-таки. Блин, я говорю, на тех врагов понапихали сложно. Я как-то помню, в хате ЧПДЛ то же самое делал. Понапихал кенгуру и борись с ними как хочешь. Никому не понравилось. Даже Липецк. Ну да. Надо немножко разнообразие все равно вгонять. Я уже понял, что вы там обсуждаете. Вы сакральный смысл ищете. Ну, удачных поисков. О, надо же. Уже крыша. И опять. Опять это. Призрачный протомен Хэнл. Я говорю. Кстати, они тут блок юзают, в котором вот эти враги есть, одни только одни. Ты смотри, что и здесь то же самое. О, падаем вниз, наверное. Или прилетим дальше. Да, чё за... Чё? Да смотри, какой глюк. Чё случилось? Чё? Я не заметил. Ты объясни хоть чё. Да я на паузу нажал, картинка сразу в другом месте оказалась. А, ну-ка еще раз нажми. Так, оказывается, вниз надо было там. Вот где это было. О, опять картинка прыгает. А, в паузе картинка. Короче, в паузе картинка постоянно меняется. Глюк, видать. Видать, что-то там накосячили. Да, нагрузка большая. Ну, теперь как есть. Птички знакомые. Ну, это ром лагает, это ром. Мы же столько всего понапихали. Может быть, это из-за сетевой еще игры. Либо из-за стрима. Трудно сказать. Но это не... Что это за бред? Ром. Смотри. Картинка берет и нагло переключает. Типа, что будет дальше иметься в виду? А. Видимо, что-то сбилось в программном коде. А что там про Чип и Дейл, это про хак? Ты меня спрашиваешь? Ну там в чате что-то пишут. Наконец-то босс. Было бы прикольно, если бы сделали хак на черном плаща, где использованы фон из классических мегаменов.
Ну я попробую это сделать, Джокер. Я вроде Мегамена туда самого добавил. О! Как он был? А кто говорит? Ред Берд говорит Рокет. Меня зовут Рокет. Да, чужой Рокет. Чип и Дейла. Чип и Дейла. Какой-то ультрабин получил. Ультрабин. Так. А, посмотрите на лицо Валли. Он похож на Эйнштейна. А если язык высунет, так это вылитый Эйнштейн. В прошлый раз бровями мигал, а сейчас ничего не делал, просто улыбался. Он просто какой-то непонятный. Ну и вон и... Что-то оранжевое все. О, легенда, Зедди играет. Привет, лектор. Вторая часть стрима будет. Не знаю, о чем ты. Ну вот они, и вот они, Вали тут вместо каких-то роботов. Смотрите, локация, легенда, Зедди 2. О, а вот и новый сюжет на Чип и Дейл. О, ты ее взял, надо же. Тебе удалось это сделать. А будет ли еще хак? Я еще не определился. Но этот стрим у нас рассчитан на до 22 часов. Ну, там плюс-минус. А Чип и Дейл я делаю хак рукой. Немного. Я там начинал его как-то делать, показывали даже... Липецк его стримил с Эстебаном. Помнишь Липецк? Да, там, по-моему, враги там... изменены, что ли. Да-да-да, вот. Я на него хочу продолжить, да-да-да. Жесть. То есть я там врагов, за врагов игру делаю. О, еще можно взять банку. Респаун, респаун. Ты прям это самое, ты сейчас будешь прям фармить эти банки. Да, это, по-моему, первый уровень, да, доктор? Ну вот, у меня закончилась эта фигня. Отлично. Идеальный уровень. А ты ее сейчас прополнишь. Вот сейчас найдешь какую-нибудь там. И прополнишь. Вон, вон, например, этим. Ай, сможешь там. Да, Джокер, по-моему, слишком много. За магазин бегал полностью. Надо заранее чай покупать. Я вот заранее хлеба не купил и пришлось колбасу на сыр накладывать. Бутерброд, сыр с колбасой, но без хлеба. Да. Блин, неудобно вон вместе находится. Да ты решил взять и упасть. Да я прыгнуть вроде хотел. Ого, тем более он тебя не банил. Так что брешешь, Стрэнджер, брешешь. Не, ну нормально, посмотри, сколько у тебя там банок сейчас. Сейчас их три штуки. Ой, ты говоришь,
Ты сейчас будешь просто фармить. И босс просто будет в ноги тебе кланяться за это. Ай, исчезла. Не, ну то это, по-моему, бесполезно. Алекс советует снова конта начать. Не париться. О, а если это закончится, то что делать? Это будет Они чисто хоть на самоубийство сделали. Ой, не тому взял, да? Давай, давай, успеешь, успеешь. Отлично. Вопрос от Джокера. В играх от Disney Capcom есть ограничения на саундтреки из других игр? Просто в Чип и Дейле от Акломкса знаю, что музыка «Чудеса на виражах» вроде нормально играет. Ну, Рокет-специалист в этой области. Так, ну тебя какие вот игры интересуют? Там несколько игр, на самом деле, есть, которые тянут движок. Их немного, но есть. Суть в том, что движок одного производителя должен быть. Да. Вот Capcom именно, то есть берешь игру Capcom и смотришь, чтобы там байты совпадали, 3 байта именно, которые нужны. И потом вот, что там, как я уже объяснял в одном из стримов, там переносишь сколько-то байт с одного движка на другой. Ах ты упал. Неправильно там... ступеньки там делают. В основном 4000 переносишь. Но если там какая-то графика лежит, например, как в ЧП, то там надо смотреть. То есть не 4000 переносишь байта, а поменьше. Интервал пишет, попробуйте свою игру сделать. Да, мы лучше стримами займемся, чем что-то делать. Вообще мы стримим готовое чего-нибудь. Сами мы ничего не делаем. Хотя бывает такое, что мы специально для стримов хаки делаем. Прикольно. Да-да-да. Провалился. И чё? И чё делать? О, нормально. Я только там хотел жизнь взять, не заметил, что там яма-то. А яма-то смотри куда. Вообще. И как выбраться? Сейчас. А вот если этой штуки у нас нету? Сохранится. Что-то какой-то непродуманный геймдизайн. Так строят. Не, ну понимаешь, если эта штука пропадет и тебя ее нету, все. Ты же не умрешь никак. Правильно? Ну. Тебе же не Чип и Дейлы какие. Ты нажал кнопку меню и раз и ты помер. Да-да-да. Нет, это не продуманная ловушка. Мак Конкоу, ты правильно назвал? Походу дело тут и жизни, и баночки распалмятся постоянно. Ну да. Сделай хардкор, так и делают еще и облегчение таким способом. Немножко не продуманно сделка. Равно. Да, тут более-неволее лепест придется сохраняться. У нас такая дня. Только лучше говорить, в каких именно местах лучше. Так, ну здесь умереть можно, там есть яма. Здесь можно, здесь надо смотреть. Тут лучше сохраниться. О, нормально. Еще одно извращение, да-да-да. Сохранился. Тут ты просто проезжаешь. Это же Доксер, там нам портов показываешь.
будешь из-за сосиски роботов лазить. Это стандартный враг из Мегамена. По-моему, третья, да, часть? Да, что-то. Или вторая еще. Что, загрузить тебе? Загрузи. Да, да, лучше загрузить, потому что много слишком нечестных мест. Безжалостных. Да. Нифига, сколько жизни стало. Геймдизайн непродуманный. Дает о себе знать. Шел мужик в костюме ярком, поливал врагов с булавки. Шел, дошел и прыгнул в яму. Вот вам вся игра. С обломом. По странам. Странным, я бы сказал. Да, да, да. Ферст странный какой-то. Ничего, и как тут? А, ну этот шарик, наверное. Какой шарик? Ну, который... рядом с роликом. Не-не-не, я про его способность эти. Нет-нет-нет. Преподавал. Вот это, 1, 2 и 3, который. Ну вот я их сейчас буду использовать. Так. По-моему, нет. Это первое, я не помню. Стены там... так поставлены, что сразу можно упасть. Так, подожди. Ты сейчас что бросишь? Скейтборд? Не знаю, как будет. Ну, бросай давай. Может, тройка? По-моему, тройка это была всё-таки. Ну-ка, давай. Вот, да, вот. Ай, не попал, надо же. Блин, жесть какая-то. Да что ты, может. По самому краю хотел встать, чтобы закинуть. Чего вы паритесь, это хак для людей, которые много раз проходили оригинал, им больше вызова. Естественно, вот. Что тут сложнее да? Оригинала, ничего плохого в этом нет. Ой, да ну. Есть много чего плохого. Сожги с тройкой. Не, Knuckles, я делал такие хаки, уж поверь, я знаю, что это такое. Так лучше не делать. Пиздец. Офигеть. Да, о, на, я так и понял, что это байда нужна. Ну, я вот лично не люблю три вещи. Миллиметраж, то есть ямы огромные. Раз. До хрена HP у боссов или у врагов, неважно. Это два. И три, когда идет сливается фон, выстрелы, персы, враги. Четыре. Три. Вот три вещи я, которые терпеть не могу, хак. Вы можете сложно сделать, но как бы... сложность может быть разной. Ё-моё. Это что-то. Это из этого как... мечник. Это из Binary City. Шипы. Да ещё, и ещё одно извращение с шипами. О, чекпоинт зато надо. Так, ну... нет. Гадсмен тут ещё что-то делает. А ты кто такой? Наверное. Играли в Мегамен как-то раз. Да тут яма вам поди. Только ты туда не упади, а коль захочешь ты туда упасть, почувствуешь трес это с глаз. Я вроде там хотел полететь, а в итоге упал. А слэш у героя есть? Сильно. Ай, блин, опять. Музыка какая-то противная. Музыка так испоганили еще. Ты еще и поганец. О, на безопасное место. О, аж целая гора этой штуки.
затарился. Да, прикольно. А товарищ Хэри Слегенс, это тоже считается хаком? Или самостоятельная игра? Рокки, ты знаешь, что это такое? Про что там пишут? Харрис Легенд. Харрис Легенд? Почему я ни о чем не говорю? Гарри Поттер на Денди. Вот, Гарри Поттер на Денди играл. Гарри Поттер? Ну да. А про что там? Ну и что это, можно считать хаком или самостоятельная игра? Где он там бегает со сковородкой или про какого? Флайпин! Ты попал. Да. А это было как-то... Помнишь Ломакс-то? Ничего не изменили. Тот же дракон и такой же сложный. Это было с усложнением. Так что нормально. Чекпоинт. Ай, блин. Так, вы мне это, интервал, ты объясни, какой именно. А что, их много было? Там, где Гарри заставлял принять ислам супостата голыми пятками и метлами. А, это хак, короче, Титаника. Там вместо Гарри Поттера, короче, заменили на этого, ну, на главного героя этой игры. Там еще люстры всякие падали, да, было такое дело. И там, ну, повара пытались отдубасить его. Ну, по действию там все на корабле происходило. Короче, это хак. Просто дурацкий хак. Впрочем, вторая игра тоже хак. И ты ее, Липецк, знаешь, это про повара, помнишь? А, ну. Вот. И там он тоже заменен, и там еще уровень начинается почему-то с четвертого сразу. То есть, ну и много от себятины, то есть враги из Monster in My Pocket. Короче, много там от себятины. Эти там стоят такие. Ты лучше тут сохрани меня. Сохранился. Ганстер Гансаров, да, играл тоже. Но она меня тоже не сильно зацепила. Да вроде как обычная контра с элементами. Давай, давай, ты его затащишь. Эх. Обычная контра, короче, с элементами там чего-то еще. Ух ты, непробиваемый, да, Паша. Что каким-то определенным оружием надо. Дракон так. Ну, дракон огонь. И быстроменом Джокер советует. Дракона да. Дай. Побежал сразу. Пал. Бей быстроменом. Да что за потолок? Вообще, по идее, на дракон должны пузыри действовать. И бумерангом тоже. Да, здесь почему-то все наоборот. Давай бумеранг. Где он есть? Давай этого быстромена. Да писец, он мельцает. Что там про меня сочинил этот Гермак? Я так и не прочитал. Трэш бомбу его убивает. Прыгать не забывай еще. Да ё, так мерцает все. Да. Блин, вообще. Ну это что-то добавили ему. Что-то быстрого. Я, кстати, вот первый свой навык изменения этого. Контра. Контра ударение.
Первый навык, короче, Липецк, изменение АИ боссов я Талиспин делал. Тоже, что-то не то изменишь, и оно начинает лагать. По-жуткому. Я использую. Здесь кто-нибудь это пройдет потом. Лучше бы Ломакс это сделал. Не работает оружие Крэшмана против него, пишет Джокер. Не-не-не-не, а, подожди. Ты не то используешь этого. Быстромена используй. Это Квикмен. Вот. Нет. Да, вот. Ну это он. Это не писец. Офигеть. Не, ну слушай, я говорю, ему вот пламя увеличили. Это какой-то спал. Жесткий босс. Тем более это, нету этих платформ. Не люблю я такого. Одни ямы, блин. Боссы просто вообще усложнили чисто технически. Взяли и ям добавили побольше. Квикмен, Квикмен. Квикмен тоже не работает. Так. Так. Не знаю. Это огонь вроде, значит, вода должна на него действовать. Уголь, значит. Ну это по идее должна действовать. Куда ты собрался? Все выбрал и. Выбор упал. Ай, я упал. У меня задержка. Ты просто потолок такой, что сразу падаешь. Попробуй пузыри, может пузыри работают. Вообще на Сегу мало как. Это непонятно, работает или нет. Интервал говорит обычного попробуй. Да зачем Кайки на Варсу, если там есть это? Если там есть один полезный чит на все про все. Да нет, там смысла нет. Как? Это РПГ, где рулит только рандом. Че, попадает, да, пузыри? Кстати, селик не помогает, в смысле селик. А? Слипи. Помогает, да? Ну я знаю, я так и знал, значит пузыри против него. О-о-о-о-о, пузыри, охренеть. Дракон. Тебе еще какая-то вторая фаза будет. Не, не будет. Хватит одной. Хватит нам. С нас хватит. Ну пузыри против дракона, все нормально, значит. Вода против огня. Вообще-то пузыри должны против пришельца, а не дракона. Ну да. Интересно. А чё пришельцев убить, интересно? Ха, вроде стадия из Метроида взята. Ух ты. Ну хоть двери не фальшивые. Я залетались тут. Дракоши летают. Что это за черви летают? Дракончики какие-то. Или морские коньки, наверное. Так вроде морские коньки больше. Да, да. Вормс.
такой звук. Ууу, сколько шипов-то, ё-моё. Да. Прям какой-то шиповидный уровень. А еще эти коньки тут помогаются. Так, тут главное не перестараться наткнуться. Смотрите, как они расположены. Да вообще. Тут не делайте так хаки, я вас умоляю. Поверьте, на моем личном опыте. Да. Да ты что сделал? Так я хотел упасть. И попал ты прямо в пасть. Может, тут секретный проход, где есть хрен. Сейчас будет матка Метроида. Босс. В чем причина-то? Чего причина? Вот такие вот они хаки в основном. Да я уже делал, я ж тебе говорю, Рмак. Да, он уже делал. Я знаю уже чуть-чуть. Вот надо ромхакеров лечить только стримами. Правда, не все соглашаются. Но уроки-то мы почти уже вылечили. Да-да. Тебя вылечит и меня вылечит. Да-да-да, всех нас вылечит. Ты куда собрался? Да думаю, там проход. Думаешь, это к Doom Dave. Блин, подката а нет. А подкат нет, что ли? Че, нет подката? Да это во второй части никогда не было. Ну, блин. А может в хаке есть? Это же хак. Блин. Чё делать-то? Надо как-то прыгать чётко, чтобы вылететь. Да, нет Ломакса. Ломакса давно уже нет. Да. Уж как-то по пикселям да. Надо там про... Хрен его знает. Бред какой-то. А чё я зах... Я не захворал, всё нормально. Да вообще бред какой-то. Юлиус! Сам ты лус. Тот, кто делал этот хак. Вверх собачка, пишет интервал. Бесячая музыка, я согласен, фрегат. Взяли оригинал исполнителя. Да она и без лагов отвратительная. А уж лагами-то и подал. Что ж делать-то? Разозлиться осталось. Дети комментируют весь процесс игры. Прямо чётко. Дети тоже, детям не нравится эта музыка. Да, только сейвом, наверное, пробовать шипы пройти как-то. А, понял. Короче, знаешь, что надо было сделать? Типа дабл. Надо было врага сохранить, об него удариться и упасть.
А там враги есть вообще? Ну вот они, он их убил, а надо было... Надо было с собой их протащить. Да-да-да. Не, надо было удариться об врага и падать вниз потом, в этот момент. Да, врагов давай. Я уже понял. Какое-то там... извращение. Ну это если это, а если нет? Чисто извращение сейчас идет. Там не факт, что это. Нет, это поможет, поможет ли. Там шипы же они не бьют, когда ты мигаешь. Тогда сохрани меня перед дверью. Ну сейчас вот? Да. Да. Вот. Нет, перед дверью. О, вот здесь. И там вот. Понял, да? Флиппидабл. Yes. Да-да-да. А, ну тут враги есть, значит. Yes. Врагов не бьёт. Не съез вообще. Богоюзер, где богоюзер? Да, богоюзер, стой. Говорю, бро, богоюзер. Давай-давай-давай, вот, падай-падай. О, отлично. Там я говорю, богоюзерство. Батюшки ты мои. Вот это батюшки. Да. Что же будет дальше? Да, сохранись. Товарищи, это да. Офигеть. Блин, хорошо, что догадались, да? Блин. Лучше внизу. Ну, Рокет, у него же это задержка там, по стриму смотрит. Да, у меня... У меня, к сожалению... А может, к счастью... Эх, блин, ну вообще... Давай вот тут сохраняй. Сохрани. Ай! Фу, ох, блин. Идеально. Чуть-чуть. О. Что-то новое хотя бы. Блин, музыка. На нервы капает. Вообще. Зато в транс кого-то зовут. Я не слышу, к сожалению. К счастью, а Рокет, к счастью. К счастью, да. Отлично. Забыл, сколько тут этих дверей. Маленький мальчик играл в Мегамена. Хитрой стены не знал вот размеры. Прыгнул на стену и робот взорвался. Мальчик со злости распсиховался. Я вот такого не знаю. Хотя я тоже много таких стихов записывал. Да, вот даже Тай подтверждает. Тай, как у тебя стрим идет? Идет он у тебя вообще? Ну, судя по музыке, видать, да. Напрягает его. Ну да. О, что ты будешь делать, беда. А, ты уже вчера приехал. То есть ты полноценно сейчас можешь смотреть и нас слышать. Просто идеально. Мегамен швыряется немецкими сюрикенами. Да блин. Угу. Вот как приездом здесь? Тебя. Ты смотри, они невидимые какие-то. Да ё. Так, интервал, ты завязывай давай тут трубу как-то. А то терпение юзера на пределе. Так он музыку просто поет. Мотив музыкальный. Тоже мне тут артист. Ну реально, музыки, наверное, я так думаю, вообще лучше не наливать, как я сказал. Я не знаю, как ты 6 человек соберешь. Даже не представляю. О, 6 человек. И я 7-й получается. Не представляю даже, что это будет. Еще немного, и юзер сам будет. Давай дурдукать. Сохрани.
Ну давай, вот, бей этого как бог. А им же бил бы. Этим. Как его? Металлменом. Ну вот и я про то же, Тай. Что собирали-то собирали, а вы и в нужное время соберите. Вон еще одна сверху, ага. Вставай. Они, короче, почти видимы. Метроид нападает. И куда падать? Могу. А, само падает. О, какая арена. Надо же. Вот делайте такие, блин, хаки. Ну опять же, видишь, дырок тут сколько. Вообще. Да, хардкорно, конечно. Кто не спорит. Да Да, как бы ночью этот музон не приснился. Пузыри вообще в тему. Ох. Да-да-да. Вот. Все быстрее, быстрее. Тай свой стих сочинил. Yeah. Отлично. Тай, тоже по стихоплет у нас оказывается. Маленький мальчик играл в Мегамена, долго не дал он джойстик об стену. А продолжение есть? Да-да-да, продолжение в студии. Звонок мелодию поставить нормально. О, музыка Метроида. Вот, ну хоть другая. Да, у нас учится та стихоплёстку. Интервал пишет, что если пить яблочный сок, то сны становятся яснее. Туалет ночью бегать будешь, либо крепко спать, наверное. В общем, такое предложение после этого стрима, если юзер будет в строю, так скажем, то я бы предложил ему в хак Battle City сыграть на двоих, который вчера выкладывал Денис. Опять что-то не о том зрители заговорили. Ну как бы, да, может. Ну тогда после этого стрима будет чисто на нашем канале только. Интересный, на мой взгляд, хак. Ну, на первый взгляд, опять же. А там фиг его знает. Тут лучше сохранить. Нет, не там, где танкист. А чё сохранять? Ты все равно отсюда начинаешь. Танкист — это говно хак, если честно. Там чисто графически он. Хак заключается, что там уровни... ну, напоминает хак Binary City, там боссы вроде тоже есть. И уровни такие интересно задуманы.
типа тоже как Binary City. Но я вот один проходил, только 4 уровня. По-моему, до 4-го только доходил. А 4-й там только вдвоем надо его. Потому что там не получается никак. Ну тоже такой, я чувствую, такой же задротский хак, как и Binary City. Но надеюсь, там вот все-таки полегче. Даже насколько их. Да, фрегат будет стримить на солянке, и мы освободим место и будем чисто у себя показывать. Грустнячная музыка какая-то. Оригинал есть оригинал. Из оригинала, да? Да. Интриганты. Привет, Махмутов. Ну видишь, так совпало, что Binary City, что Battle City тот. Просто мало таких хаков, которые можно, ну, на несколько игроков играть. А нас интересуют прежде всего хаки, которые в кооперативе играются. То есть это любые хаки Battle City, любые кооперативные хаки. Вот прежде всего они нас интересуют. И Дюна. Ну вот и интервалы тоже. То есть у нас как бы совпали интересы. Не случайно мы сейчас на солянке. Даже себя. На Дюну очень много хаков, вы не поверите. Ладно, давайте загрузим. Да, вам это и не снилось. У меня все равно отсюда же. Ну, друг против друга они не так интересны, да. Можно, конечно. Ну будет не так интересно. Дюна у нас много на канале, если не верите, заходите почаще к нам. Кнаклс подтвердит. Да что ты? Точно. Еще юзер анонсирует прохождение МКТ. Самому интересно. Да, хак Кабала в МКТ никто не знает досконально. Хотелось бы полноценный какой-то обзор сделать и показать все это, не знаю. Мы как-то Кабала звали на стрим, он что-то там, да, вроде и нет, что-то вроде свое видео запишу. В итоге и на стрим не пришел, и видео свое не записал.
Да, потому что Кабал это не человек. Да, видимо. Ничего тут. А, опять до того. А, не, смотри-ка, побольше прошел. Так, интервал что, прощается, я так понимаю? Значит, еще раз буду позвать. День первый открыл ром, день 131 решил изменить фаталити. О, банка. И смотри, опять это извращение с этим. День 405 выучил наизусть хэк свинг. Эти пузыри похожи, кстати, на жизни. Да? Да, конечно. Типа, хочешь жизнь? Возьми, я не тебя убил. А, возьми. Блин, чё за дребедень какая-то? Вообще. Только уница звонит, тварь. Вроде зима ещё началась, они же снежками кидают. Пузыри летят, то олень, да? Какая-то дребедень. Я, кстати, не знаю, запускается ли хак Кабал на Меднафине, тоже интересно. Скорее нет, чем да. А Razer неплохо в МКТ играет. Это хорошо. А то я думал только по Сонику. Но я вот лично никого не люблю, кого куда-то затаскивать. Особенно, ну, Кабала. Просто с какой стати? Нужен какой-то повод. А так без повода. Нет, такого нет. Ну, он просто сам бесповодный. А тут еще его с поводом звать. Если пожелает, то милости просим. Давай тут сохрани. Сейчас. Ретроарч. Ну вот мы его не пробовали как раз. Да, не пробовали. Посетить нельзя. Посетить нельзя, вот, тем более. Денег дадим Кабалу. Денег. Токсер вышли от переводов. Зачем? Своими силами справимся. Было бы желание только. Лучше, конечно, с ним, но как бы... Кабал как раз тот человек, который как бы он не любит светиться где-либо. Он как раз, наверное, за этой категории. Так, босс, неужели? Да. И чё тут будет интересно? Ну, куда он тут? А, этот, Гансмен должен тут. Да, вот он. Здоровый. Каким оружием ты его? Ай, Крэшмен был. Блин, ну его тут вообще тут, он смотри, что делает. Так, ну а этот, ну-ка. Еще у него губа куда-то пропадает. Привет, Андрен. Припозднился ты. Рад видеть. Да он охренел. Это похлеще будет экскаватора Сипа Дейла. Вот чё, чё творит, ой. Да вообще охренел, смотри. По-моему, на этом боссе эффективен бумеранг Быстромена, пишет Джокер. Дай Чип и Дейла вспомнил, чего это.
Ну там же был, помнишь, Либес? Босс на экскаваторе. А, да. И я еще первом... самого Ломакса вспоминаю в одном каком-то хаке. Его видно. Бумеранг пробуешь? Давай бумеранг. Заморозить чего-то. Так, вот, ну-ка, работа. А, время действует, реально. Че, время? Да, время, вот смотри. Да, Андрей, видео я в твоем разместил. Подожди, не, не, не действует, не действует. Зайди, зайди по ссылке, которую ты видишь. На так. экране. Ну-ка, попробуй опять Google Manager. Да не пробиваем его. Писец какой-то. Где Soul Nice? Раздавил он тебя. Так. Что же? Ну не работает бумеранги, Джокер. Не работает. Они, видать, изменили ему. То есть, тип оружия, какой действует у него. Теперь хрен догадаешься. Может, с обычного знаков пишет. Морозь его. Да нет, что, да он уже пробовал, блин. И что, не работает разве? Не, не. Так, Айрмен, ну-ка. Не, нифига. Раскидался бомбами со своими. Так, Хэтмен. Это места, по-моему, нет. Ну-ка, Хэтмен. Блин, да он вообще бессмертный какой-то. Как Шредер. А, как вот, Швед. Знаете, нет, не наносишь ему, блин, я думал, наносишь. Это просто мерцает все кругом. А может его вообще никак? Тупо он тут для вида. А Хитман я еще не проверял. Ну, этот Хитмен. Ай. Они слабость поменяли, вот козлы. Нет, не повезло. Не, ну вот слабость на драконе, это вот... По-моему, они не меняли. Он так и был, Бубльмен. Да как так-то? Хочется стих Тая вспомнить. Да? Да. Маленький мальчик играл Микамена. Долго кидал он джойстика в стену. А я даже добавлю. Вечером в студию пришел он Кэпком. Здрасте, сказав и всем топором. Он бессмертный. Вот и я уже подумываю, что он бессмертный. А сам так вроде ничего. Листья, да. Пишет, листья, пробуй. Так пробовал уже листья. Еще раз попробуй. Нифига. О, вот листья, как эти, как шелковые отлетают. Да что же. Попробуй листья. Да вообще, блин. Время не работает, ничего не работает. Блин. Хитрый как вообще. Ты листья пробовал? Да пробовал, целом. На рожу. Надо. На рожу пробуй листья ему. Да там выгнуть-то даже не успеешь, он раскидался бомбами. Ну так и единственный походу вариант туда ему. Да. На рожу? Ну-ка давай листья на рожу. Советуют. Сейчас через него на. Да. У меня еще и крэш-бомбы закончились. Ну что это, блин? Что это за усложнение какое-то странное, блин? Подорожником на рожу приложи. Подорожником, да. Ну вот, это то, о чем я говорил. Сделают на босса HP. Только тут еще хуже.
тут определенное оружие только действует. Так, ну что-то не вижу эффекта вообще. А, все, все, листья, все, да-да-да, листья. Все правильно. Привет, Крыл. Ну это жесть какая-то, листьями, блин, а если листья кончатся? На простым никак. Кто-то хоть ощущает, что у него энергия тратилась. Что-то непонятно, он слишком быстрый, блин, непонятно, что делать. Точно листья по нему попадают. Попадают, тебе же говорили. Ну да. Просто надо очень четко попасть. Ну конечно. Вот так, попал. Еще раз. Правда, непонятно, при чем здесь листья? Вот жучара, а. Так, нормально идешь. Тут тараном надо прыгать со щитом. Есть. Ой. Отлично. Ты восстановился. Давайте, ты добьешь сейчас. Давай, давай, еще один. Давай. Оп, все, отлично. Да уже у нас он убил его, Рокет. Ну, у меня задержка. Козла затащили таки, да, действительно. Еще на луну отправились, офигеть. А долго еще? Еще вот эти два уровня осталось. Не укладываемся мы по времени. Во, гравитация. Высоко прыгаем. Ну и че, зачем эти враги-то эти? Джокер пишет, готовься фармить. Сейчас будет самый извращенный босс за всю игру. А, да, ты пополни это себе. Файл непробиваемый. Что за босс же курда? Кстати, роботы внизу-то из Соника взяты. Ну, они какие-то, блин, какие-то обрезанные. Они из дентевской версии взяты. Ну, я понял. Я же, когда в ломах с атак Соника добавлял, я же знаю, откуда все взято. Это тоже, этот, тоже не пойми откуда, да? О, Садамен, да? Джокер пишет, тебе надо на боссе иметь оружие У. Офигеть, его бери. Есть у тебя У? Есть. Вон оно У, У этот, как его, как оно называется? Там Ультра было написано до этого. Поэтому, наверное, называется Мегамен Ультра. Отчетливо слышу музыку, да, это да, непонятно. Да, музыка такая своеобразная. Понятно. Но не самая плохая в этой игре.
Так, ты запрыгнул уже, да? А то у меня задержка. Да ты узнаешь сейчас скоро. Наши визабугорные дела. Ой, это окажется визабугорные. Китки. Ну вообще, я прямо слышу через скайп. Да блин, сколько можно? Да ужас какой-то. Может, лабиринт какой-то? Вообще. Как, это похоже на однотипные уровни в это... Бабл-бубл, точнее. Сейчас юзер все выскажет, что думает о хакерах. Где у тебя хакер руками, а не другие? А то получается, чтобы хаки проходить, надо богоюзерить. Сию. Там не твою машину там пинают, а припедалу. Нет. Так, ага. Взял. Блин, все мерцает, это жесть, конечно. И лагает, наверное, да? Так у меня все мерцает, я все вижу. Опять я музыку слышу. Да. Ай, не успеешь. Ну блин, мне нечем пополнить 1.3. Джокер тебе уже предлагает, лучше фармить. Как Липецк научишь Андрон хакать дюну? Я только могу отослать к своим видеоурокам, к своим, если так можно сказать, конечно. Вот. Ничего добавить я не могу к этому. Блин, вот сейчас ты не достанешь ее, да? А вот досталось, отлично. Ну что ж, фармить надо все равно. И что там вообще? Там яма, что ли? Ничего себе. Или это не яма? Идиотская музыка в этой игре. Фаермена. Фаермен. Пошел ты. Я уже не помню, а в каком хаке Липецк сделан? По-моему, в Unlimited, да? Что это самое, оружие, ну, вот это, если берешь капсулу, то она добавляет тому оружию, которого нет. Да? В Гамене? Ну. Да я не помню. В Unlimited, по-моему, Ломакс показывал, что там, когда берешь эту капсулу, она добавляет тому, ну, где закончилось уже. Здравствуй, Ехтер. По-моему, бомбы. С бомбами это босс. Да-да-да, бомбы. Ну ты не изменился. Не изменился, но зато он стал, блин, он сейчас стал таким жестким. Он и до этого был в днях. Ой, не попал. Не, ну крашменом пока пробуй. Потому что крашмен только действует. Да он не действует даже на него. Ну, видимо, попасть надо точнее. Так, а что туда действует? Ну бомбы же, бомбы, по-моему. Бомбы, да? Ну да, а что еще? Крашмен. Да не, без тут.
Блин, хоть стен этих дурацких нету. Говорят же, у. У тебя есть у? Есть. Давай, у. А, Термак хвастается жуткой игрой. А, у, да, вот. Мы же говорили, что у надо бить. А чё он не бьет его нормально? Это ты У сейчас бьешь? Да. А, значит, долгий такой босс. Ну, понятно. Да блин. И нечестный еще. Ну блин, ну. Я ешку истратил, добавил. Ну ты молодец. Ну тогда я не знаю. Кто жуткая? Про чё я говорил жуткую? Ты же написал, что она жуткая. А, ну. Ну, чё? Чё я могу тебе сказать? Хакни. Весь мир в твоих руках. Блин, да хрена опять же HP. Писец какой-то. Ну, не знаю, как вот в оригинале так же. В оригинале бомбы действуют. Не, там бомба, она сразу сносит. А, ну вот, вот, правильно. Ну, там все равно это самый хреновый босс вообще. Это у Мегамена. Этот и последний. Даже не попадаешь. Я не знаю, как последнего там, что они сделали с ним. Да ё... Да, это жесть. Что ты будешь делать-то вообще? Да они как к потолку даже вон там. Чё, надо все, абсолютно все разнести? Знаешь, что все, наверное. Да это нереально, по-моему. Тут надо запустить энергетарку. Вообще. Ну и чё, как здесь быть-то, блин? Да, и патронов не хватает. Ну это жесть какая-то, блин. Как и в оригинале босс, понимаешь, был такой не очень, не ахти. А здесь он вообще... Гад пишет, ты же до этого правильно шел. Соседний платформ надо бить. Соседний платформ. Вспомни, как оригинал вообще играется. Там может какой-то, вот я не знаю, там может принцип определенный же есть. Да, мы не укладываемся в график. Даже не знаю, что и делать. Ай. Жесть. Да вообще, да смотри. У тебя все, оно уже почти кончилось. И жизни тоже нету жизни. Смотри, даже не убивается вообще, да? Уничтожь нижние, потом верхние левые бей. Пишет Джокер. Да я что и делаю. Да, как бы он так и а делает. А ты правый бьешь сейчас. Сначала нижний, потом верхние левые. Да. Какой-то график там придумал. Ну
Ой, Battle City же будет, да, Липс? Ну, посмотрим. По времени. Вот хрен попадаешь, ну. О, вот, нашел. Ай, мало энергии у меня все равно. Это она так долго мочится, это жесть. Может сохраниться? А, да не надо. Уже. У него жизни вообще нет. Пускай, если у него давай там. Давай тогда один раз сейчас поиграю, а потом сначала ты. Ну давай. Чтобы и танки потом накопить. А они есть там? Не танки, а ебанки. Ну, без разницы. Ебочки. Да. Да что за? Ну ты начинаешь, да? Сейчас. Как разница не меняется, Марк. Вебочка. А тут есть хоть эти ешки? Должны быть. Вон она. А вон она. Вон да, есть вот. Если я не отстаю опять. Оказывается, надо было эти ебанки сохранить именно на этом боссе. Ты это скажи предыдущим боссам. Который еще больше. Да. Так, а вот пофармить ты не можешь? Попробуй пофармить на банках этих. То есть на бочку. Увидел, одна еще... А где, куда она? О, нормально. Да мы сейчас наберем таким макаром. Ага. Просто респаунится неправильно. Правильно респаунится. Ну, видать. Не, неправильно респаунится. Это не глюк, это скорее всего так как облегчили специально. Сделали хардкор и как компенсацию сделали такую халяву, я так думаю. Но это не отменяет самого хардкора. Еще одна банка. Кто бы спорил. Тот и поворот. Еще достает без оборочек. Все? Ебанки. Давай еще одну на всякий случай. А еще одну. Ебанки. Максимум 24. Нельзя. Так, ну пофармить дали вроде. Там сейчас на солянке должен свой стрим начаться. Если если попросят, то мы тогда остановим, продолжим у себя только. Вот. Так, фрегат подождет. Спасибо за терпение. Тогда продолжаем. Интересно, чем же эта петрушка закончится? И сколько ебанок потребуется еще? Да, я добрый. Просто надо соблюдать определенные правила. Раз уж ты в гостях. Thank you.
А вот думал, что Мегамен на конфете летает. Кстати, реально похоже. Уж я-то разбираюсь в конфетах. Успорил. Да-да-да. Они мечтали, даже дети. Мегамен летит на конфете. А Джокер, я пишет, если не затащить, могу на вне стола пройти и отомстить. Да я думаю, затащим. Лишь бы ебанок хватило. Да? Самое главное. Ну да, на 6 же, да, Липецк канал? А? Спрашивают, на 6 каналов идет? Да, на 6 каналов. И, возможно, поэтому так... так лагает, не исключено. 6. Да, это 6. О, как, а чё, не забили, что ли, тебе? Так у меня энергия какая-то маленько была. Нормально. Вот и дали пофармить. Да, Джокер, играем в нормальные игры. Играй в карты. Огласите весь список, пожалуйста. Доксер просит. Не будем чего оглашать. Три канала на наших, три Коляна с Коляна. Канала Солянки. Так что все. Все в ваших руках. Коляна, да-да-да. Палитра, блин, какая-то у этих роботов вообще дефолтная. Как в зеркальном отражении, скажи, да? Три Коляна, три Толяна. Вот и вам и Солянка. Не, ну видно же, видишь, это оружие-то какое используют. Ой, палитру какую используют. И как бы это не очень правильно. Ну все. И че, и все, что ли? Закончилась тройка. Че закончилось? Тройка закончилась. О, отлично. И это идеально. И это только на ромхаке. Ну вот у меня есть какое-то сохранение. Посмотри. Отлично. Ну посмотри, может тут такая же хрень. Может у тебя не хватит с учетом. Вон их там. Да, ну, то есть не хватит. Ну тебе и... надо искать это пополнялки тогда или чё? Когда опять по науке игры. Ну а чё предлагаешь? Пускай фармит, чё. Как делают, да? Не так и прыгаешь. Эти, как тебе надо искать эти капсулы эти? Ну вот, это не это. Ну вот, и в чем проблема-то? Еще да давай. Нет, все равно не хватит. О, давай, да, вот. Блин, жестко, жестко меня отстает вообще. Может, и фанатика не знает. Ну вот. И вся истратилась. Блин. А, она на время же идет. О. Вся про... вся полностью прополнилась. Да блин, куда пошел? Отлично, давай, вот, еще. Фармить предлагают.
Да блин, сколько ж конфет-то надо тут? Ну и все, нету. Ее больше нету. Может, правда вентилятор идет? Ищи тройку. Да, на тройку сразу поставь и бей. Барбариски кончились. Реально, да. Хотя нет, что-то не то говорю. Нет, в танке, Андрен, только на двоих. Танки это не факт. Не тот хак, Тая. Да, это другой. Идеально. Блин, правда у меня остается. Все равно идеально. Вот, давай. Нормально у тебя там все по плану? Флиппи дабл. Да, нормально. Так, вот эти, вот да. Вот я поэтому забрать. Сохраняюсь. 4 Е танка и утро есть сразу. 4 Е танка и один лаунчер. Эти роботы просто прыгают. Самое халявное место. Да, да вообще, вон. Схоронись. Блин, ну мне тут, конечно. Есть. С Богом! Ну ты просто должен это пройти. А теперь это все, ты. Пупырки, блин. Ты подписался, давай на это. У тебя оружия маловато. Вот, хрен его знает. Ну да. Ну а как тут? Блин, ну, кончится, как? И что делать, блин? Ближе надо. Попробовать надо так сделать. Так, все, отлично. Не верхний там, как тебе говорили, верхний разбивать. Ближе. Давай. Мегамен, подходи ближе. Да тут бомбы не решают. Вивет не надо. Да ты еще не... Блин, ты замочил ее. Да. Ты пипец. Давай, давай, Етан. Бам! Я просто остаюсь. И ты все равно кушаешь. О, еще два осталось. Чуть-чуть осталось. Давай, родимый. Последний. Привет, Архилич. Кстати, из Липецка тоже. Ты кто? Подельник, давай! Да, блин? Да, подельник мой. Кстати, когда враг ударяет, он попадает. Еще спускает оружие, тоже мое. Ну куда ты? Надо было уворачиваться. Надо было уворачиваться. Умер, да? Надо было подлечиться. Ай, блин, ну зря ты так. С таким-то арсеналом босс реально простой, кажется. У нас тут как Мегамена. Проходит Флиппи Дебл. Дабл. Оставим пупырки.
жестко опять залагало. Да но что? Не следил ты. Да я даже менюшку не открыл. Да, не доследил. Просто пока эти пузыри... Давай. Да, мы в скайпе у себя. Да, комхак у себя. А чё, с той платформы не достать до него? Давай пополняться. Вроде хватает оружия. Вот сейчас последнее это. Не, неправильно. Ну давай, одна полоска. Ну ты... давай! Вон стоит. Ну давай, блин! Аккуратно! Да неправильно ты его мочишь. На ту платформочку запрыгнуть. Всё, у тебя кончилось оружие. Он неправильно ее мочил. Надо было на ту платформу. Вон тут. Я тебе рядом. Говорю, может она стой доставала. Потому что там оружие просто улетает. Ну все, а что умирать? Что делать? Соседи секции надо бегать. Хрена. У меня стрим идет вообще. Да идет, ну. Идет, то есть, пардон, лагает. Ну и... Не, все. Сказали листиками, же Ультрамену. Может быть листиками попробовать? Откуда Ультрамен тут решал? Листиками, не листиками. Даже кэш-бомбы его не убивают. Ну... Блин, одна полоска осталась. Это полный абзац. Угу. На ДФ под паролем все сидят. Слабость поменяли, вот. Я его заморозил, он все равно стреляет. Вот и последствия. Ай, ладно. Ну что, заново, наверное. Давай. Ты с соседней платформы, не подходи ты туда близко. По-моему, там он доставал до нее. Да, лаги есть, все поделать. Без лагов никуда. Как сделали хак, так и лага. А он такой лагучий сам по себе, этот хак. Ты вот его играл, он тебя тоже лагал? Да, по-моему, потому что раз мигает постоянно. Не, ну вот ты, когда без стрима играл, он тебя лагал? Да, вроде бы нет. А вот об лампу прямо. Долой лаги. Да здравствуют фейлы. Стейнджер, как обычно, в своем репертуаре. Ты давай, Стрэнджер. А вот на соседнюю платформу прыгай. Да-да-да, вот. Да, вот на вот, и с нее ты попадешь легко. Вот и все. Нет, а то туда поднимался, нафига вообще. Ну давай! Давай! Ну наконец-то! Все. Ты его затащил, хоть я это увидел поздно. Ох. Фу, блин. Они вишки-то пошаривают. Да. Эти фейлы. Да будут тебе фейлы. Вот сейчас. Да, приехали. Как я ненавижу эти склянки вот эти. Давай вспоминать сейчас будем. Да что тут вспоминать?
что где. Ну, иди сразу в первую склянку. Только что ты будешь делать, если, блин, оружие-то вообще... Ну, блин. Хэтмен. Бупльмен. Так. И никаких жизней не оставляют, когда убиваешь. Неинтересно. Вообще, не тащит. Нельзя так делать, блин. Чё это за... Ну, нахрен. Даже липцы. Да, конечно. Так, листья. Блин, 80 человек смотрит, я в шоке. И чё дальше делать, блин? Не, ну это вообще это самое простое усложнение сделать. Не фармится ни на одном из боссов. Не то самое. Листья. О, знакомый. Я, пожалуй, тут сохранюсь, наверное, да? Надо же. Или что? Ладно, пока ничего никто не говорит. Значит, не буду сохраняться. Талмен. Сушеные листья. Кстати, мне кажется, она пропадает из-за того, что слишком много объектов, видать, на экране. Да, конечно. Кто пропадает? Ну, вот это вот, пополнение жизни. Слишком много объектов, и она, блин, берет и пропадает. Вон, видишь, сколько листьев липс. А ты чем у... А, Хитменом? О, давай. О, отлично. О, хотя это и поздно. Ох, как идеально. Уголь. Понятно, что. Дерево. Дерево. Такая это у босса. Это металлом. Да, липс. Воду металлом мочим. Да он бомбами, смотрю. Так, это флешмен. Или бомбы. Так, этот у нас... Молодец. Угу. А, все. Ну, это, ну, на легком играет, правильно? Ну, легкая, как ад. Ну, блин, видишь, поменяли уровни. Бери эту штуку. Его же оружием, по-моему. Тоже металлмен. Последний. Так. Нормально. Тоже металл. А, вот последняя склянка. Понять тогда. Идеально. Сохранил. А, это уже такой крутой босс, походу. Естественно, оригинал не изменил. Ну ты его сейчас затащишь. Блин, как же жестко, а? Он еще не жест. Вот теперь жест. Не отстает. По-любому пришелец будет потом. Ну, по дефолту. А, такой человек прикольный. Ну, пришелец самый такой, блин, дурацкий босс, мне кажется. Одним оружием догадаешься мочить и... Это ром лагает. Может, еще и уровень сделали? Какой-нибудь. Это лабиринты идут. Посмотреть потери кадра. Да нет, что-то возьму. Да, есть. О, ну все, пошло опять. Уехал. Ух ты. Так, Липецк там видно.
Да я понял, что видно. Мне, я не знаю, там, руку подними, ее увидят. О, смотри, что добавили. Смотри-ка. Не поскупились даже. А? Ух ты. Кто там кошку мучает? О, это кто такой? А он был в оригинале? Это, да, две. О, это я. Не насилуйте котов. Мегамен против Мегамена. Угу. Ну что, какой-то дефолтный Мегамен. О, ну что это такое? Это самое дурацкое изменение пришельца, но зато хоть добавили что-то ему. Пузыри! Пузыри советую. Ну если это то, о чем я думаю. Если это. Если они вообще эффективны. Может быть ультра? Рулит, он же ультрамен. Пузыри на пришельца действуют, а это же не пришелец теперь. Просто клон не доделан. Вообще. Когда помню, Чип и Дейл заменил это привидение на толстовку, и у меня почти такой же вышел. Да блин, четырьмя патронами стреляют. Кнакл, сегодня Дюна не будет, иди спать. Блин. Да. Ты на него напоролся и ног достал. Про ешки не забывай. Я-то не забываю. Одна осталась. Так, пузыри все-таки, да? Ну, знаешь, это то же самое инопланетяне. Только очень сильно. Да, ну что поделать. Да блин, я начинаю пузырями стрелять, он сразу выстреливает. Был он пернатый. А, чернокрыл. Ну все, ну что там пошло опять не то? Да, вот картинка, кстати, мне тоже понравилась, стрёмная. Ну это Флиппи и Дабл убирал. Си. Ну все, поехали. Ребята, хватит туалетным юмором, да, пожалуйста. Да, что-то вы, вас тянет куда-то. Сходите, растянет, чё. Ну что за... Да, жесткий инопланетянин. Ну
Ну все, начинается. Играющему напиши. Ребят, серьезно, давайте посерьезнее будем. Советую чем-нибудь еще пробовать, кроме пузырей. Да и так уже ты испробовал. Ты все испробовал? Пузыри. В оригинале только пузыри. Ну это в оригинале, мы же не в оригинал играем. Серьезно, на работе надо быть. Да везде надо нормально быть. Если по морде не хочешь получить. Нет, мы не проходили эту игру. Но кому от этого легче сейчас? Блин, ну что тут реально что ли одни эти пузыри? Да, к сожалению. Ну видишь, Липецк еще вот добавили. Плешки эти, которые резкие очень. Не, вроде нормально идешь, смотри. Да и не в ту сторону стоит. Ну да, мешает лаги. Так, ну, о, давай, отлично, блин. Я постарался это сказать пораньше. Да, Дюна, если кто видел, пока разработан. Есть. О, ура, 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 есть. Yes. Ну вот. А, посмотри, кто сидит. Ну, пришли без пузыри решают. Да. Да. Лайли никакого нет, один мегамен сидит. Угу. Ах он какой, этот мегамен. Перерисовали, блин. Гениально. А его нарисовали с шестой части. Все, упал. Блин, это что-то, я скажу. Да. Кончился мегамен. Надо же. Да, посмотрим титры. По-моему, вот листья были в оригинале. Были? Были. Да, Тай. Все-таки сделали. Музыка вообще другая играет. А что еще нужно для полного счастья? Диман. Печаль. Ну, в общем, надеюсь, вам понравилось. Мне лично понравилось. Блин, так это что? Вам не минус Infinity. Не, ну тоже неплохой хак. Есть недочеты, но в целом неплохо. А ты как Флиппи Дабл удовлетворен вот этим? Так я и на самом пределе нахожусь, да как тут не удовлетвориться. Да. Ну самое главное. Основная фишка этого хака, это больше, конечно, сложности. Вот если бы я выбрал эксперт, там урон-то будут наносить персонажи-то. А можешь сейчас закрыть эмулятор, может у меня пойдет по гладко, ну, более гладко. Сейчас. Так.
черт, да, есть. В общем, кому понравилось, приходите на наши стримы, заходите в группу. Ставьте лайки, разумеется. Ну и, соответственно, в следующем стриме будет Alk Weekmans. Вот такой вот анонс. А после этого стрима мы будем на нашем канале, если юзер, конечно, не возражает, играть в хак танков Battle City на двоих. Да юзер не возражает. Ну, юзер пусть ответит сам. А, давай, юзер. Пробуди надежду. Ох, я уже себе всю задницу отсидел. Так. Ну ты-то хоть не начинай. Юзер тут. Какую-то ссылку спрашивают. Ссылку? На хак? Вот все, беда. Ссылку на хак в группе. Потом выложу. Я размять. Ой, чем бы народ не тешился. Да. Главное, что я себе поставил цель, я их все пойду сразу же. Ну ты молодец. Так, тут надо это показать. Я помимо еще этого прохожу из своих хаки, у меня несколько эпизодов есть, почти хардкор называется, можете там тоже посмотреть. Тоже есть? Ну тоже покажи. Есть. Где там? На моем канале. Ну, Sleepy Double, я советую тебе, то есть хардкорно сильно не делать. Я уже проходил. В общем, мы с сайта смотрим в основном. Сайт electropage.ru/video. Кому интересно. Не, скажи, почему не делать хардкор-то? Если я сам себе цель поставил, что буду проходить этот хардкор? Я тебе говорю, я это уже проходил. И меня уже научили. Вот, клипец даже. Так, ну я думаю, все, эта надпись уже не уберется. Что самое интересное, я вообще проходил Мегамена только шестой часть и до самой первой. То есть в обратную сторону шел. Ну, молодец. Всем спасибо за просмотр. Продолжим на нашем канале минут через 15. А те, кто хочет смотреть стрим Солянки, оставайтесь на Солянке. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч. С вами были Липец, Крокет и проходил игру Флиппи Дабл. Всем пока. Всем пока.